Добрый вечер, Полина. Рада тебя тоже приветствовать, как и всех других остальных спортсменов в Саранске на Гран-при. Это твой второй сезон на международном уровне, и на очень высоком уровне прошел твой предыдущий сезон. К сожалению, он не очень хорошо закончился. Поэтому сразу вопрос, как начался этот сезон, с чем ты столкнулась? Ну, я очень долго восстанавливалась после прошлой травмы. 3 месяца вообще не тренировалась, ни в зале, ни на лёд не выходила. На сборах в Новогорске было очень сложно войти в форму. Даже не так сложно было восстановить все элементы, как войти в физическую форму. Но потом опять столкнулись с той же травмой. Я опять подвернула ногу и выпала опять недели где-то на 2. Вот, сейчас я восстановилась, и все хорошо, хочу показать себя. Но это такие немножечко непозитивные моменты твоей подготовки. А что было положительное? Что принесло тебе хорошие эмоции? Вот что было такое, что подвигло тебя работать дальше, справляться со всеми трудностями? Я понимала, что я хорошо провела прошлый сезон, и что в этом сезоне я могу показать еще более высокие результаты, и это меня подстегивало на работу. И мне поставили очень хорошие, красивые программы, которые мне безумно нравятся, и я хочу их показать. А кто тебе делал эти программы? Даниил Маркович Глихенгаус, наш хореограф, и Итырь Георгиевна Тутберидзе. И такой вопрос. А с кем тебе комфортнее всего работать и выступать? Или это разные люди? Работать с одним, а выступать с другим? Я не могу сказать, что не могу кого-то выделить. Я на соревнования, я как бы в том сезоне чаще всего ездила с Сергеем Викторовичем, но на чемпионат мира и на финал я ездила с Итырь Георгиевной. Я не могу сказать, что я чувствую какие-то отличия. Оба, ну, они по-разному настраивают, но мне комфортно и с тем тренером. И тренироваться также. Просто когда Итырь Георгиевна более... какая-то, как сказать, более собранная. Собранная, да, тренировка, есть режим, четко выполняем задания. Все-таки, когда Итырь Георгиевна отсутствует, мы выполняем, конечно, задания, но можем иногда постоять, немножко пообщаться. Чуть-чуть расслабиться дают другие тренеры, да? Нельзя сказать, что они дают расслабиться. Мы выполняем всю работу, которая нам нужно выполнить, ну, просто немножко не так интенсивно. Что-то новое ты подготовила в этом году? Какой-то элемент, вот что-то экстраординарное, что-то не выполняла в предыдущие годы? Нет, нельзя сказать. У меня остался тот же технический набор. Просто я как бы повзрослела за межсезонье и хочу показать более взрослое катание, эмоции в программах. Наверное, в основном на этом акцент. Это здорово. Я тебе желаю удачи, справиться со всем и показать все, что ты можешь. Спасибо большое. Пожалуйста.